И всем доброго времени суток, народ. С вами Block Market. И сегодня у нас 21 мая. Как вы знаете, сейчас тема с криптовалютами — это очень актуальная тема, хайповая. И поэтому на ней нужно пробовать зарабатывать. Но всегда помните о рисках. Нашел новый токен. Называется он CopyOSA. Ссылочку оставлю в описании под видео. Получается такая сейчас стоимость его. 400 миллионов ликвидность. Так, рыночная капитализация уже приличная. Сделано в сети это BIP20, то есть Binance Smart Chain. Это по стандарту сейчас. Это очень, кстати, актуально. Так, в настоящее время они разрабатывают программный стек CopyOSA, который позволит пользователю покупать, хранить и использовать свои CopyOSA Coin для покупки других новых интересных криптовалют. Может, это будет фарминг до того, как они появились на основных биржах. Это, кстати, тоже актуально. Так, пока они готовят платформу с использованием передовых технологий, они могут приобрести CopyOSA в рамках предварительной продажи, нажав на кнопку ниже. Так, белая бумага имеется, white paper, можете ознакомиться. Здесь сразу есть почта. Это отлично, что есть white paper. Все их соцсети. Можете тоже ознакомиться. Так. Еще по аудит был. Так, есть кошелек у них для криптовалют. Это безопасно, все сделано на смарт-контракте. Внесите криптовалюту с своей стороны, покупайте и продавайте более мелкие криптовалюты с помощью CopyOSA. Тоже круто, и низкие комиссии. Преимущество это. Дорожная карта расписана. Так, что у нас будет? А вот листинг на CoinMarketCap. Сразу цена тоже помпанет. На других биржах посмотрим, наверное, это будет какие-нибудь Gate или MXC. Так. Вот приложение. А скоро оно появляется. Вся команда. Соцсети. Так, Twitter. 3000 читателей. Вроде активно. Reddit, Discord тоже, кстати, есть. Угу. Купить вы можете, конечно, на PancakeSwap. Нажимаете Continue. Вот он. Токен, кстати, уже есть значок. Это тоже отлично уже. Вот такие кошельки, через них можно зайти. Например, MetaMask. Что у нас там? Угу, надо авторизоваться. MetaMask, конечно, нужно перевести в сеть Smart Chain. Так. Также можете использовать другие кошельки. Это тоже удобно. Ага, так, вот покажу вам сейчас эту сеть, у меня не поставлена она. Так, вот она, Smart Chain, ссылка оставлю в описании, как перевести ее. Все, можете купить, получается, например, на один BNB можно столько CopyOSA купить. Ну, цена, кстати, уже нормальная, может, компанули. Вот на DexGuru есть чатик, ага, она уже стоит 2 цента. Пике стоило 5 центов, то еще есть куда расти. Это часовой, да, получается, таймфрейм. Телеграм-чат имеется, 2428 участников, вроде бы активны. Угу. Так что ознакомьтесь с этим токеном, если хотите, можете проинвестировать. Пока что биткоин на коррекции, грубо говоря, он сейчас откупил народ. И может такие токены, мем-токены, щиткоины и новые токены тоже будет пампить. Ссылки оставлю в описании, подпишитесь на мой новостной телеграм-канал. Всем желаю удачи и всем профита.